А где у вас казино? О, я могу обменять деньги НКР на фишки. Сколько мне дадут фишек? 8 фишек за $20 НКР. Пока невыгодно, то же самое, что продавать. Мне говорили, кто-то в Данте говорил, не продавая доллары НКР, где-то можно один к одному нормально использовать. И где? Никому не нужны эти доллары НКР. Лол. Никому не интересно. Я могу на слотах поиграть? Должны купить фишки. Блин. Окей, ладно, давай купим крышки. Не, давайте все-таки доллары НКР. Давай 8. Или давай 8. Так, какая ставка? Одна фишка? Слот говна, неинтересный, я так понимаю, без бонусов, вообще без ничего. Опять же, бездарные разработчики. Да. Это же вообще скучно. Ноль бонусов, ноль всего, блять, ноль. Помолчи. Да. Ну это явно унылое говно. Я выиграл? Фишек 9. А как я выиграл, стоп, а что выпало? А что выпало? А, вишенка выпала одна или что? А, ну да. Вишенка, если падает, это уже x2. 9 фишек снова? Почему 9? А что выпало опять? Всего лишь одна вишенка выпала, почему у меня снова 9 фишек? Ну это супер говно, это, блять. О! Найс! Типа это супер унылый слот же. Не, выигрываю. У меня 9 удачи. Где она? Окей, го по 2. Или не го по 1 еще, подожди. А теперь по 2. Сейчас отыграемся. Или нет? Мало! Вы проиграли 2 пушки. Что за мусор падает? Ничего по центру не падает. Как это? Колокол! А чё так мало? Стоп. Сколько колокола дают? Это минималка x10. То есть я выиграл x20. Ну, го еще чуть-чуть. 20 оставлю уже, короче. О, вишенка. Колокол! 52 фишки. О, вишенка. Получается, есть смысл качать удачу до 10? Реально удача, походу, влияет. 58. Так, 50 я оставлю в любом случае. Тогда у меня будет 2000, по идее. Или даже го 60 заберем. Теперь мне хватает. Я хочу поменять фишки на деньги. А менял я изначально $20 НКР на 8 крышек. Хуя себе, нормально поднял. Я прям дохуя поднял. А, таки мало поднял. Подожди, мне не хватает, мне нету 2000. Ай, ну ладно.